Я хочу задать вам прямой вопрос, и это часть моего журналистского расследования. Я прошу вас, не надо этого делать. Не надо. Я понимаю, что вы волнуетесь, и есть от чего. Вы вчера ушли из лаборатории. Вы сейчас потеете везде, когда я сейчас назову факты. Вы ушли из лаборатории вчера последний. Нет, руки тоже потеют. Вот как раз о руках мы сейчас и поговорим. Кто взял колбу с ангидридом двухвалентного аммония в суспензированном состоянии, которая еще не закончила реакцию? Кто взял колбу? Вы ушли оттуда последним. Я вот посмотрел ведомость, все расписались. Коняхина, Мирзапакостин, Васильев, все. Сказали, что вы последний. Так вот это Коняхина и взяла, по-моему. Вы уходили последний. Колба реакцию не закончила. Где колба? Так вот посмотрите в камеру. Для начала в телевизионную. Ага. Меня мутило. Немножко мутило. Я взял и выпил эту аммоний. Теперь вот. Вот это самое главное. Она внутри у меня не уже надо, реакция. Дальше не надо. Вы выпили то, что вы выпили этот аммоний. Вы пьете все лабораторное, что попадается. Под колбой стоял ящик водки для дня рождения Николая Петровича. То, что вы колбу выпили, это вообще лабораторию не удивляет. Так где ящик водки? Коняева. Коняева в одни ворота не может столько выпить. Она не поднимет даже. А вы видели Коняева-то занято? Значит так, сейчас камеру можно выключить. Скажите мне, где ящик водки, и мы разойдемся красиво. Я скажу, что была реакция, и все списано. Где ящик водки? А вы еще что? Быстрее. Мне сейчас. Да. Это приватная так, беседа. Где ящик водки? Никто не знает сейчас, где она, эта водка, потому что Коняева Николай Петрович, взяла, все выпила. Зовите Виктора Сергеевича, будем пытать. Только не Виктора Сергеевича, пожалуйста. Где ящик водки? И почему вы так боитесь Виктора Сергеевича? Где я? Нет, это понятно, что его все боятся. Почему вы его боитесь? Так он же... Что? Будет тогда... Он всегда, Виктор-то... Дорогие друзья, Сергеевич, дело в том, что... Вьет меня веревки. Не надо сейчас врать. У меня-то после аммония у меня вот... Видите, волосы-то выпадать стали. Вот оно все вскрылось, дорогие друзья. Я не хотел говорить, это... Волосы. Подождите врать здесь. Аммоний. Не надо здесь врать. А Коняева вот это... Дело в том, что... Волосняты. Дорогие друзья, Виктор Сергеевич... Вот. Можете помолчать сейчас минутку? Извините, волос упал на вас. Хорошая солома-то. Дорогие друзья, для тех, кто не знает... Мы расследовали все в это. Виктор Сергеевич... Только не надо вот это... Стоп! Виктор Сергеевич – это кодовое название жены нашего персонажа. Коняева. Именно она вырывает ему так волос. Так вот... Никакой не это не аммоний. Просто надо себя хорошо вести. У вас видите уже сколько поляна вырвано впереди. Вот если будете врать... Вошки-то. И вошки у вас заведутся, если будете после врать. Аммония не, после нету. Аммония, да. После аммония не, нету. Вошек-то. Вы хоть одну формулу знаете? Вот вы работаете в лаборатории... H2. Аж две формулы. Знаю. H2O. Да я все понял. H2O.